Мы были на изгибающей лощине. Лодки не было, решили стрельнуться с пушки на Форт Проклятых. Пока собирались с мыслями, Форт Проклятых забрали. Стреляемся с пушки, чтобы успеть помешать. Плыть очень далеко можем не успеть, а также могут съесть акулы. Началась безумная битва, в которой я проиграл. Встречаю паромщика и нужно возвращаться на корабль. Мохито была уже на корабле, потому что ее тоже съели акулы. А вот Ксении удалось доплыть до самого ФП. Мы наконец-то доплыли, где развернулась битва. Минус чел. Надо правей. Сбил зад, по-моему. Да, зад сбил. Перед сбил, успеваю. Я снял две мачты, Ксения у них, и нужно идти тоже к ним. Ульп, стреляю к ним. Я у них буду. Стоят. Меня немножечко приложили, но я обязательно вернусь. Пульнете меня туда? Я в первую залезаю. Если ты хочешь развалить кабину, не забывай, что ее могут развалить тебе. Вернулся с парома и оставалось только навалить чугуна. Может, еще... Минус человек, нет. Ну они утонули, короче, я тут минус. Мне кажется, надо саблю убирать. Это явная победа. Экипаж Бригантина был весь на пароме. Стали жестко забирать ресурсы. Прыгнул посмотреть ФП. ФП был пустой, а значит все на корабле. Девчонки уже все загарпунили и надо плыть продавать. ФП был не стак, на его сделали один раз. Мы отправились на приют Жнеца. Там-то все продадим. Вообще красная бочка. Да? Там вроде была. О! Вот это хорошо прям. Не волнуйтесь, мы все продали. История следующего дня. Я был один на шлюпе и увидел в небе Форт Проклятых. Решил взять лодку на изгибающей лощине. Лодка нужна для того, чтобы без палева добраться до ФП. Как видите, лодки здесь не оказалось. Скорее всего, придется лететь с пушки. Ну и попробую, конечно. Ну и конечно же я попробовал. Доплыл я очень удачно, акулы меня не сожрали. Занырнул под воду, чтобы меня не заметили. Корабль был пригарпунен к скале, и я профессионально перебрался по гарпуну. Пираты были заняты чисткой Форта Проклятых. Стал проверять их на наличие ресурсов. Ого, какой. Ого. Я лежал и ждал, и важно было понять, взорвут они бочки или нет. Две легенда. О! Ну, у меня немножечко не получилось, но ничего страшного, возвращаемся обратно. Пока я плыл, они уже поднимали мачту и все было нормально. Решил не идти в бой, а забрать легенду по стелсу. Заметил одного из этих хулиганов и быстренько приложил. Моя легенда была на месте и никем не тронута. Миссия практически выполнена, осталось только вернуться на корабль и продать легенду. Начинаю уплывать и услышал пушечный выстрел позади меня. Начинается погоня, главное, чтобы не догнали. Плыл на форпост, и те от меня отстали. Я на форпосте, а значит, тут я победил. Легенду продал и дальше пошел пить грог. Я вновь на лодке, а на форте Галеон. Если бы я знал, что там будет, я бы, конечно же, туда не плыл. Но случилось, что случилось, и я плыву туда. На форте действительно стоит Галеон, а слева от острова приплыл еще один шлюп. Мне нужно было сделать что-то, чтобы уцепиться за корабль. И хорошо, что именно в этот момент я взял саблю. Пробую дэшнуться на трехпарусный, возможно, меня не заметят. Ого! Блять, горю! А!
Придется возвращаться обратно, там я допустил ошибку. Когда приплыл, сразу стал накидывать по галеону. Сняло мачты, но это было недостаточно. А еще в мою сторону шел шторм. Сторону, бля. Там брига еще приплыла. А с этого момента смотрите внимательно. Чего? Чего? Кого? Что? Игрок тэпнулся ко мне на корабль и свапает оружие, хотя это давным-давно убрали разработчики. Я не буду ничего говорить вам, конечно же, это не читы. Да-да-да, расскажешь. Охренеть просто. Просто охренеть. Можно это все, блядь, не... Блядь. Но тут все понятно, предлагаю вам посмотреть следующий момент. Очередной форт проклятых. ФП забирал один корабль, потом приплыл другой, спугнул его, и мы решили все забрать под шумок. Тут кто-то бегает, возможно. Их закопали, наверное. Какой-то один бегает наверх, просто да. Он складывает тут. Виталий, он их закопал. Они были, когда мы еще плыли. Легенду успели закопать, но я, конечно же, ее найду. Легенду нашел. Легенду забрали, и в принципе можно уплывать. Там еще жнец один. Не вижу под хидру свою. Срань. Там перелеты или что-то? Видно там? Мне ни хрена не видно в тумане. Попало. А, они поплыли. Надо шлюп гостить. Виталий на другой корабль пересел. Убил пирата, стал забирать ресурсы. Тиммейт все новых нашел. Да. Он же любит шлюпа. Так, шлюп, левый борт, похоже. Не вижу. Или он стоит, что-то... А, стоит. Перелет. Да, туда ниже-то. Сейчас недолет. Я и говорю, да что такое, жить. Что я падаю-то? Меня просто волна подкидывает, просто жесть. Сейчас опустила волна. Тут хер попадешь на ней. Все, оно тонуло. После этой бони я вернулся на корабль. Мы поплыли на приют жнеца, чтобы все продать. На горизонте вновь появился неугомонный шлюп. Пока он думал, топить нас или нет, мы решили потихонечку продаваться. Но вдруг он оказался первее давай нас на острове. Вот он. А я не-не-не, у меня тормозов на лодке нет. Да я не об этом. А ты бы меня прикрыл. Ой, ладно, потом. Я тебе хочу сдам. Все, минус. Ну и далее мы все продали. Больше в эти дни фортов проклятых не было. Но ты обязательно напиши, нравится такой контент или нет. Но в принципе по лайкам я это пойму. Спасибо большое за просмотр, на связи как всегда Мурма. Заглядывай на стримы, все ссылки в описании и пока-пока.